Армысыздар, орталық коммуникациялар қызметінің сарапшылар клубы тікелей эфирде. Бүгін біздің студиямызда қонақта Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің профессоры, заң ғылымдарының докторы Абдурасулов Ермек Баяхметұлы, және Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының бөлім меңгерушісі Тоқтаров Ермек Бауыржанұлы. Сіздермен біз бүгін мынау референдум конституцияға енгізілетін түзетулерді тағы да қарапайым тілмен халыққа түсіндіріп өтсек, алдымен сөз Ермек Баяхметұлы сізге берейік. Референдум – это прямое волеизъявление народа. У нас в Конституции записано, что вся власть исходит от народа, то есть источником власти является народ, и народ осуществляет власть двумя путями. Это через выборы, то есть представители народа в мажлисе, в правительстве, президент как прямой представитель народа. И есть второй путь, это прямое участие народа в управлении государством. Это референдум, когда каждый гражданин республики, можно сказать, непосредственно участвует в управлении государством и принимает решения. Поэтому референдум – это значимый вот, во всем мире или значимая форма проявления участия народа в управлении государством. И во многих государствах принимается вот такая форма. У нас в Казахстане в 1995 году было проведено два референдума и вот такой большой промежуток времени, когда не было. Есть страны, которые проводили больше 400 референдумов. Это Швейцария. Они принимали по разным вопросам. Ну, наверное, учитывая, что это федеративное, в какой-то степени конфедеративное государство, и они согласуют многие вопросы. Например, даже если один кантон хочет запретить ходить в хиджабах, запрет сделать, закрывать женщинам лицо, то даже этот вопрос выносился, например, на референдум во всех кантонах. Вот даже такие отдельные вопросы. Поэтому я думаю, что вот народ у нас должен проявить вот высокую сознательность и понять, что действительно сегодня изменения в Конституцию – это те изменения, которые определяют нашу в основном политическую, общественную и любые другие стороны жизни. И те изменения, которые сегодня идут, они действительно направлены на комплексное изменение нашего государственного механизма, поэтому мы это и называем «Вторая республика», «Новый Казахстан», потому что здесь акцент сделан в первую очередь на переход от суперпрезидентской республики к президентской республике. Что мы понимаем под суперпрезидентской республикой? Это сосредоточение огромной, большой власти в руках главы государства. Это вот так у нас исторически произошло, вносились изменения в Конституцию. Теперь мы говорим о том, что необходимо участие в большем масштабе, участие народа в управлении страной. Для этого президент передает значительную часть полномочий мажлису парламента, сенату и передает власть местным органам власти. Если мы вот кратко остановимся, то есть и другие вот такие важные направления. Это учреждение Конституционного суда. У нас сегодня функционирует Конституционный совет. Он все-таки больше политический орган, не является судебным органом. Высшей формой правосудия, и высшей формой судопроизводства является Конституционный суд, где его полномочия намного больше, чем у Конституционного совета. И самое главное, наверное, здесь то, что каждый гражданин сегодня может обратиться за защитой своих конституционных прав в Конституционный суд.
То есть если он посчитает, что его конституционные права нарушены, что в отношении него применены, скажем, какие-либо законы, постановления, приказы нормативного характера, и они ущемляют его конституционные права, то он может обратиться в Конституционный суд о том, чтобы эти нормы, эти правила не действовали. Вот это очень большое преимущество Конституционного суда. Кроме того, расширяется его полномочия, к нему может теперь обращаться не только вот считанное количество высших должностных лиц или группа депутатов, теперь сюда включены и омбудсмен, уполномоченный по правам человека. Он может обращаться и по поводу конституционности нормативно-правовых актов. К нему может обращаться генеральный прокурор тоже по этим же вопросам. То есть, в свою очередь, уполномоченный по правам человека получает конституционный статус, есть специальные нормы, которые посвящены омбудсмену. И хотя уполномоченный по правам человека уже функционирует не один десяток у нас лет, но его, наверное, меньше знали наши граждане, потому что вот такого высокого конституционного статуса у него не было, и теперь расширяются вот разные механизмы обеспечения защиты прав и свобод человека. То есть не только передача власти президентом в местные органы, в другие высшие органы власти, но и укрепление вот этой системы защиты прав и свобод человека. И здесь мы должны и акцент сделать на то, что вот новый, мы говорим, Казахстан, и другое отношение к нашим природным ресурсам, к нашим богатствам, недрам, земле. И сегодня вот закладывается в Конституции специальная норма о том, что вот эти все богатства, они теперь принадлежат народу. Раньше мы говорили, это принадлежность как бы государства, они находятся в государственной собственности. И, конечно, вот теперь новый подход и закрепление это в Конституции будет порождать много последствий. Ну, во-первых, при принятии других законов, которые будут соответствовать Конституции, они должны учитывать именно этот вопрос. То есть вопросы распоряжения землей, передачи в пользование, во владение. Это все должно исходить от того, что все-таки не государство собственник, а является народ. И от имени народа государство должно в точности соблюдать эти нормы. И, возможно, если будут какие-то более серьезные вопросы, которые касаться будут земли и недр, наверное, народ может, ссылаясь на эти нормы Конституции, захотеть решить эти вопросы через референдум, и он будет полностью прав в этом. Или если гражданин посчитает, что в вопросах вот, пользования землей, недрами и так далее ущемляются его конституционные права, что это принадлежит все народу, то он тоже может обратиться в Конституционный суд, может обратиться к уполномоченному по правам человека. То есть комплекс таких больших прав. То есть я говорю основные направления, и тоже нельзя не сказать о том, что, выполняя свои международные обязательства, Казахстан полностью отказывается от применения смертной казни. Мы знаем, что мы подписали второй факультативный протокол Международного пакта о гражданских политических правах. Ну и если посмотреть на страны мира, то в самых развитых демократических странах давно уже не применяется, особенно в Европе, которые подписали Европейскую конвенцию, нету смертной казни, и, соответственно, преступность намного ниже, то есть нету случайных судебных ошибок, о которых мы часто говорим. Ну и в общественном сознании прививается мысль о том, что лишать жизни человека никто не должен, даже государство. А если более конкретно сказать сегодня о президенте, он дистанцируется от
политических партий. Вот он складывает свои полномочия на период своих, на свое президентство от руководства партии. Это тоже значительный шаг, потому что не будет сращивания именно политических институтов и государственных, то есть партийные институты и государственные. И парламент в этой связи будет более самостоятельным и не будет работать вот с оглядкой на руководителя партии. Президент говорит о том, что сегодня изменения в Конституции, он не должен на период своей работы именно привлекать близких родственников на высокие государственные политические должности или быть руководителями в квазигосударственном секторе. Я думаю, это тоже очень такой очень положительный пример будет. Конституционная норма, она будет дисциплинировать не только вот руководители высшего ранга, я думаю, и на местах руководители должны будут ориентироваться на эту норму, на это правило, чтобы не давать путь непотизму. Непотизм – это именно привлечение к работе в той или иной сфере, на государственной должности, скажем, близких родственников. Это от латинского происходит слово, это племянники. Вот слово именно непотизм это означает, но распространяется на вот широкий круг. Теперь этого не будет, я думаю, вот именно эти изменения направлены на то, чтобы у нас воцарилась меритократия, чтобы только профессионалы приходили на государственные должности и ценились именно по профессиональным качествам, по моральным, нравственным и так далее. И еще необходимо сказать вот про мажлис, я затронул речь. Теперь мажлис будет принимать законы самостоятельно, то есть не будет вот такой системы. Сначала мажлис рассматривает, потом передает Сенату, и закон будет считаться принятым, если только после принятия Сенатом. Теперь мажлис он принимает закон полностью сам, и Сенат лишь одобряет или не одобряет. Но даже если произойдет неодобрение, то у мажлиса есть механизмы преодолеть это неодобрение и повторно поставить на голосование и двумя третями голосов снова принять этот закон, и он будет считаться принятым мажлисом. Но в то же время кто-то может сказать, а тогда зачем существование Сената? И я полагаю, что Сенат все-таки он по системе сдержек противовесов, это есть такая система в мире, она разработана, когда одна власть сдерживает как бы другую власть, чтобы не было каких-то вот крайних решений и так далее. Сенат в этой степени, как контролер, он может указать на те или иные недостатки в законе. И мажлис, если они позитивные, он может принять. И закон тогда будет считаться принятым в той редакции, которую предложил, скажем, Сенат. То есть у Сената тоже есть такие хорошие функции, остаются. Мажлис же теперь будет формироваться не только по пропорциональной системе. Он будет... Пропорциональная система – это когда мы идем на прямые выборы, это прямое голосование, но мы голосуем только за партию. Мы не голосуем за конкретного человека, мы голосуем за ту или иную партию. Это в целом тоже мировая практика, она очень хорошая, правильная, потому что развивается партийная демократия, многие социальные группы могут объединяться и защищать коллективно свои права и выдвигать своих представителей в партию, например, они формируют списки сами. Это очень одна хорошая система пропорциональная. Но она может и иметь и свои такие негативные стороны, когда люди могут переставать узнавать своих депутатов, или если там воцаряется такая система, когда только одна партия полностью там стопроцентно господствует, и тогда не дает развитию многопартийной системы. Поэтому в мире употребляется и мажоритарная система, когда люди вне партии могут
самовыдвиженцы, могут не соглашаться, скажем, с позициями тех или иных партий, у него есть своя позиция, и народ поддерживает его идею и делает ему наказы, и он становится депутатом. И сегодня вот мы отходим от пропорциональной системы, только 100%, чтобы депутаты избирались через вот эту пропорциональную систему, теперь будет и мажоритарная система. Более подробно потом в законе о выборах будет расписана процентность, скорее всего, это будет 70% по пропорциональной системе и 30% по мажоритарной системе. И если депутаты не будут выполнять наказы своих избирателей, они могут отозвать депутата. Это тоже хороший вот механизм народовластия. Я думаю, что мажлис, он должен формироваться только через прямые выборы, поэтому сегодня отменяется по тем поправкам, которые есть, система формирования мажлиса и по квоте, когда Ассамблея народов Казахстана имела 9 мест, и они сами голосовали, представители Ассамблеи, и выдвигали своих. Отдельная система, можно сказать, косвенные выборы. Поэтому этой системы не будет, и это будет мажлис, будет формироваться только народом непосредственно через прямые выборы. И президент сокращает количество представителей, которых он назначает в Сенат. Если раньше это было 15 человек, сегодня сокращается до 10, и из них только 5 напрямую назначаются президентом, а 5 будут представители Сената. Это тоже как бы президент убирает или снимает с себя вот такие лишние полномочия, которые свойственны для суперпрезидентской республики. Далее президент, вот я говорил об укреплении мажлиса, теперь можно говорить об укреплении местной власти. Акимы обычно вот сегодня предлагают выборы, назначение президента только одну кандидатуру. Теперь в Конституции прописано, что не менее 2 кандидатур, это может быть 2-3 кандидатуры. И маслихаты, депутаты маслихатов, это не один маслихат, а если это областной уровень, скажем, областной аким, назначение президентом идет, то представители всех маслихатов вот этого региона, они могут участвовать и проголосовать за ту кандидатуру, которая им кажется наиболее подходящей для этого региона. То есть президент тоже как бы снимает с себя вот такую полную ответственность. Ответственность будет за местными органами власти. Отменять решение акимов тоже президент теперь отказывается. Это остается только за правительством или за вышестоящим акимом, либо это будет в судебном порядке. То есть это тоже один из вот таких механизмов, наверное, передачи власти местным органам. И я думаю, что сегодня у нас предполагается, что выборы акимов со временем, я думаю, этот расширяться будет, и в 2024 году акимы районов будут полностью избираться населением. Теперь пилотный проект уже в этом году начнется. То есть народ сам будет определять укрепление местной власти, маслихатов, укрепление власти акима, чтобы они без оглядки на вышестоящую власть решали те проблемы, которые есть у населения. Ну и если говорить о других системах полномочий, президент тоже передает власть, он теперь не может назначить, например, председателя органа судебного конституционного контроля, теперь это будет конституционный суд, председатель назначать самостоятельно, как это сегодня делается при назначении председателя конституционного совета, а будет это согласовывать с сенатом. Это тоже будет сдерживать, как бы урезать власть президента и председателя высшего судебного совета. Он тоже не сможет теперь назначать президент напрямую, он будет это согласовывать с сенатом парламента. И если вот посмотреть в комплексе,
то вся система сегодня, тех изменений, о которых мы сегодня говорим, направлена на усиление народовластия. Вы не увидите, вот никто из экспертов и простых граждан, они практически не увидят и не найдут норму, которая бы в какой-то степени была выгодна для президента, чтобы он сам лично укрепил свои позиции, наделил себя какими-то дополнительными полномочиями. Ну, такого практически нету. Выгода приобретателям от всех вот этих сегодняшних изменений будет народ. Поэтому, я думаю, нужно прийти и именно участвовать вот, в непосредственном участии в управлении государством, нашим гражданам, показать вот высокий уровень самосознания, что новый Казахстан невозможно изменить, если мы не начнем с основного закона страны. И если мы хотим оставаться в прежней системе, чтобы у нас все-таки как непотизм развивался, сращивание продолжалось государственного и партийного механизма, партийных структур, чтобы люди, если не могут обратиться напрямую за защитой своих конституционных прав, ну тогда, конечно, можно сказать, тогда я не пойду. Но если мы хотим изменить нашу жизнь и построить государство, которое будет основываться именно на демократии, на меритократии, о которой я говорил, о том, чтобы у нас не было в государстве коррупции, чтобы любое должностное лицо завтра не стремилось к тому, чтобы увеличить свои доходы, печься о своем благосостоянии только, а он должен каждый раз оглядываться, что он именно избранник народа, он или назначен для того, чтобы исполнять волю народа, чтобы наше государство процветало. И для этого мы должны прийти и проголосовать за те изменения и дополнения, которые есть. И поверьте, вот я как простой гражданин говорю, как юрист, который участвовал вот в разработке этого проекта, что они все, вот эти изменения, направлены на то, чтобы завтра Казахстан процветал. Вот в целом, если вот те изменения, которые мы говорим. Поэтому призываю всех наших казахстанцев прийти 5 июня и сказать «да» тем изменениям, которые мы сегодня делаем. Жақсы, рахмет. Рахмет енді. Осы ретте сұрақ сізге, Ермек Бауыржанұлы. Жаңа айтып отыр ғой, мысалы, барлығын атап өтті, орыс тілінде қысқаша. Референдумға қатысудың маңыздылығы неде? Жалпы осы референдумға тоқталып өтсек. Одан кейін әр жаңа қандай өзгерістер күтіп тұр, егер осы референдумда халық қолдаса, қандай өзгерістер болады, соны тоқталсақ. Бұл өте маңызды оқиға. Өйткені бұл еліміздің саяси мәдениеттің дамуының белгісі. Бізде соңғы рет 95-ші жылы референдум өткен. Енді жаңағын айтқандай, ең жиі өткізілетін референдум өткізетін ел бұл Швейцария. Бірақ оларда да екі түрлі референдумлар бар. Біреуі міндетті, екінші бұл еркін түрде қатысуға болады. Бізде заң бойынша тек қана еркін түрде қатысуға болады референдумға. Сондықтан адамдарды қатысуға шақыру өте маңызды. Және әр азаматтың 18 жасқа толған азаматтың қатысуы өте маңызды, өйткені бізде заң бойынша 18 жасқа толғандар сайлаушылар болып есептеледі. Осындай адамдардың бізде 12 миллиондай бар. Сосын заң бойынша олардың жартысы, яғни 6 миллион қатысса, сонда ғана минимум 6 миллион адам қатысса, сонда ғана бұл референдум өткізілді деп есептеледі. Әрине, олардың жатысы көбі шешім қабылдау керек. Бірақ референдумның сайлаумен айырмашылығы бар. Егер сайлауға барып, біз нақты бір саяси партияға, немесе үміткерге президент кандидатына дауыс беретін болсақ, референдумге барып, біз осы жарияланған, ұсынылатын
конституция реформалар заң жобасына онымен келесеміз бе, келіспейміз бе? Осында екі жауап болады. Әрине, біз соған келіп, даусымыз беру әмгеттіміз. Бір жағынан, өткені бұл еліміз үшін біздің саяси жүйенің дамуына өте үлкен бір әсер ететін шешім болады. Сондықтан, қатысу жағынан бұл сайлауға өте ұқсайды. Әрқайсымызды бір прописка бар, сол пропискаға сәйкес бізде сайлау учаскелері бар. Көбінесе бұлар қасымыздағы, біздің үйде қасымыздағы тұратын мектептердің ішінде болады. Соған барып, таңертең кешке дейін бюллетень алып, оған керек жауапқа белгісін қойып, сол бюллетеньді тапсырасыз. Егер қарапайым тілмен айтатын болсақ, жауап осы конституциялық реформа арқылы қандай өзгерістер болуы мүмкін елімізде? Жаңа өзіңіз айттыңыз, сол саяси жүйе жүйеде өзгеріс болады деп. Алдымен ол қандай? Президенттің өкілеттігі осыны түсіндіріп өтсек. Негізі бұл реформа, ол бұрынғы реформалардың, президенттің 4 пакет реформалары болған, олардың жалғасы. Енді бұл реформалар осы кешенді бір үлкен бағдарламаға айналып, конституция деңгейіне дамып жатыр. Әрине, біз жаңа Қазақстан, екінші республика құратын болсақ, осы негізгі саяси жүйенің бұның құқықтық негізін өзгертуіміз керек. Сондықтан оның құқықтық негізі бұл конституция. Несі өзгереді? Әрине, президенттің өкілдіктері өзгереді, бірақ бұл біріншіден президент жағының қана қарайтын болсақ, басқа да бір қоғам, азаматтық қоғам дамуының жағынан, одан кейін заң шығарушы органдарының дамуы жағынан қарайтын болсақ, бұл әрине саяси кеңістікте, саяси шындықта осы түрлі идеологиялар мен көзқарастардың белсенділігін, сонымен қатар бәсекелестігін дамытады. Өткені біз реформаны енгізетін болсақ, енді мәжілісте депутаттардың санынан 98 депутаттан 30% бұл 29 депутат мажоритарлы түрде сайланады. Яғни олар бір мандатты округтардан сайланады, адамдар оған дауыс береді. Әрине, бұл кандидаттар партиядан емес, өздері шығады, әрине, электоратты... Өздерін-өздері ұсыну арқылы олар сайлауға түсе алады, иә? Иә, дұрыс. Сонымен қатар, әрине, бұл қазіргі саяси белсенділерге және тағы басқа да бір балама көзқарастары бар, немесе бір өздерінің бір басқа да шешімдерінің нұсқалары бар болса, сол көшеде емес, интернетте емес, парламентке барып, мәслихатқа барып, мәжіліске барып, сол жерде ресми түрде басқа саяси партиялардың алдында, басқа депутаттардың алдында қорғап көрсете алады. Бұл өте маңызды, өткені саяси бәсекелестіктің қайтады. Түсінікті, жақсы. Егер мысал үшін Жаған Ермек Баяхметұлы айтты, мысал бұл жолғы конституциялық реформа немді көздейді алдымен мемлекеттік аппаратты басқаруда халықтың көбірек қатысуын көздейді жаңа айттыңыз. Яғни бұл халық қалаулар арқылы, мәслихат депутаттар арқылы жүзеге асады ғой. Егер мысал үшін тұрғындарды, халықты сол депутат, мәслихат депутаты, мәжіліс депутатының әрекеті ұнамаса, онда қалай халық өзінің айтқан тыңдалады? Бұл да процедура жазылған. Негізі конституция бойынша, егер бір депутат, оның нақты бір конституция жазылған себептері бар, оның мандатын қайтаруға болады. Бірақ ол процедура, әрине, кейін осы реформаның жүзеге асыруында кейінгі конституциялық заңға енгізіп жүзеге асырылады. Әрине, бұл мажоритарлы түрде сайланатын болса, оған осы бір аймақтың сайлаушылардың жартысы, одан көбірек дауыс берсе, оның көбі дауыс берсе, әрине, бұл пайызға
сәйкес болады. Өйткені, мысалы, осы бір мандатты учаскенің 70% осы бір кандидатқа дауыс берсе, кейін әрине 20-30% оны қайтыра алмайды. Оларға да көпшілік керек болады. Сондықтан бұл процедуралар кейін конституциялық заңға енгізіліп, талқыланып, енгізіліп жүзге асырылады, бірақ осындай да өте бір міндетті, өте маңызды демократиялық та айтуға болады, саяси бір механизм енгізіледі. Жақсы. Сонымен қатар жаңа әкімдерді сайлау. Яғни президент осын түсіндіріп кетсеңіз механизмді. Президент ұсынады, мәслихат депутаттар, барлық деңгейде мәслихат депутаттар оны не әкім ретінде сайлайды, не болмаса өздерінің, не қарсы, не қолдау пікірін білдіреді. Егер ол ұнамаса, мысалы үшін ол әкімнің әрекеті халыққа ұнамаса, талапты орындалмаса, талапқа сай келмесе, онда не істей алады? Бұл да әрине сайланған, бірақ сайлаудың басқа түрі бұл тура сайлау емес, біздің ауыл әкімшілер сияқты. Әкімдер сияқты. Я ол балама, басқа жанама түрде сайланады. Бірақ бұның бір ерекшелігі бұрында сайланатын болады облыс мәслихатының депутаттары. Бірақ қазіргі осы облыстағы бүкіл мәслихаттар жиналып, олардың депутаттары бәрі жиналып дауыс береді. Бұл өте маңызды. Өткені президент те альтернатива береді. Бір кандидат қана емес, екі кандидат ұсыну керек. Ол тіпті көп болуы мүмкін. Бұдан да көп бұл, үш-төрт, кемінде екі емес. Әрине оның заңды түрде заңды бір себептер болса, оның лауазымнан босату да процедурасы бар. Ол да әрине мәслихаттардың депутаттарының шешіміне сай, әрине президент те бұл шешімді қабылдай алады. Тағы бір ең үлкен мәселе адам құқықтарын қорғауға байланысты. Тіпті адам құқықтарын қорғайтын адам құқықтары жөніндегі уәкілді жөнінде оған арналған арнайы бап та бар осы ұсынылып отырған конституцияда өзгерісте. Осыны түсіндіре кетсек, мысалы осы уақытқа дейін бізде адам құқықтарына қорғауға байланысты механизмдер, инструменттер аз болды ма? Мысалы осы жолы енді не өзгереді, не күшейеді? Негізі дұрыс, бұл адам құқықтары уәкілі, Қазақстан Республикасының уәкілі, ол өте маңызды, өйткені конституциялық статусы болады енді. Әрине, бұл осы институттың, омбудсмен институтының күшеюі белгісі. Сонымен қатар адам құқықтарына, азаматтық құқықтарына өте үлкен бір назар аудару. Өйткені, негізі біз конституциямызды басына қарайтын болсақ, Қазақстан Республикасының ең жоғары құндылықтары бұл адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Сондықтан, егер олар ең жоғары құндылықтар болса, оларды жүзеге асыру үшін, оларға да қорғау үшін нақты бір механизмдер болу керек. Соның ішінде бір осы омбудсмен институты өте маңызды. Өйткені, дүниежүзілік тәжірибеде де, сонымен қатар Қазақстан ішінде бұл институт өз тиімділігін дәлелдеді. Сонымен қатар бір өте маңызды шешім ол өлім жазасын алып тастау. Өйткені бұл тіпті біздің де қазақ философиясына да сәйкес келеді. Өйткені қазақ философиясы оның негізгі бір түсінігі, негізгі бір категория бұл адамгершілік. Әрине, адамның өмірі оның өте бір жоғары деңгейде, өте жоғары құндылық. Сондықтан бұл да тек қана құқықтық және саяси жақтан ғана емес, бұл біздің көз қарастық философиялық жағдан да бізге сәйкес келетін өте маңызды адам құқықтарын қорғау үшін бір өте маңызды шешім. Жақсы. Ирина Баяхметович хотела уточнить вот по поводу референдума, опять же. Ведь можно же было, в принципе, принять эту конституционную реформу и в рамках парламента, да? Да, ага. Да. Конечно, это был бы такой более легкий путь принятия. Я думаю, парламент поддержал бы идею, но вот президент именно захотел, чтобы
народ высказался полностью за те изменения, чтобы легитимность, это как бы законность понятия, повысить уровень легитимности, чтобы завтра и наш народ, и представители нашего народа, некоторые граждане или зарубежные там, эксперты или государства говорили, да, изменения произведены, но мы понимаем, парламент полностью как бы поддержал эту идею, но эти изменения не исходят от народа. Поэтому, с одной стороны, это очень ответственно, потому что мы знаем, 50% избирателей, более 50% должны прийти на выборы. И тем более еще 2/3 областей должны, предположим, если какая-то область это меньше будет, это тоже будет считаться. Представляете, это сколько ограничений. Но президент посчитал, что поднять и весомость, уровень вот тех изменений, которые есть через референдум, во-первых, и во-вторых, чтобы народ сам высказался, он за эти реформы или нет. Это значит и поддержка вот курса тех реформ новых, и курс на новый Казахстан, который народ выскажет и скажет прямо. Поэтому президент пошел именно не по легкому пути. Легкий путь – это у нас внесение изменений. У нас проводились и в 98-м году мы вносили через парламент, в 2007-м вносили, в 2011 году, в 2017 году вносили. И даже некоторые очень важные вопросы, которые касались, скажем, 91-й статьи, что там не должно быть изменяться, но тем не менее изменили через парламент. А сегодня вот эти изменения происходят через референдум. Поэтому я считаю, что это и доверие президента народу, и это ответственность народа. И вообще мы показываем легитимно всех преобразований не только для нашей аудитории, это, конечно, в первую очередь для нас, для казахстанцев, но и весь мир будет видеть, что мы на пути вот таких больших демократических преобразований, которые идут именно на благо народа Казахстана. Сол принциптің көрінісі е осы жолда деп айтсақ болады. Жақсы. Көп рахмет, рахмет. Мынау референдум алда келе жатқан конституцияға енгізілетін түзетулерді қарапайым тілмен түсіндіргендеріңіз үшін сіздерге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, біздің студиямызда болған Абдурасулов Ермек Баяхметұлы, арнайы жұмыс тобының өкілі, Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің профессоры, заң ғылымдарының докторы және Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеу институтының бөлім меңгерушісі Тоқтаров Ермек Бауыржанұлы болатын. Арнайы уақыт бөліп түсіндіргендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Және құрметті көрермен, назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет айтамыз. Сау болыңыздар.